Всем привет! Привет! Мы на канале Детишки Шалунишки. И сегодня мы будем открывать вот такой. Всем привет! Мы на канале Детишки Шалунишки. И сегодня мы будем открывать вот такой вот набор. Многоразовая водная раскраска с кисточкой веселой дизайна. Удивительный лес. 6 раскрасок. Да. Когда картинка высохнет, она опять становится белой. Можно заново рисовать. Да. Вот тут рисунки. Ну, удивительный лес. Сейчас мы это все посмотрим. Итак. Ну, вот кисточка. Да. Будешь открывать? Да. Держи. На вот так. Ножнички. Папач. Хочешь, я подержу, а ты будешь открывать. А, ты вон как. Ну, тогда и все, да? О, можно и так. Так, вот такая вот кисточка. Вот. Туда воды набирается. Раз, закручивается и про. Да, да. Это мы сейчас уберем. Вот. И потом рисовать ей можно. Да. Ну, это все фигня. У нас есть настоящая кисточка. Оп. Че, пробуем? Синий. Вон там зайчик. Вижу зайчика. И я. За деревцем. И я. Ой, хвост лисы. Там лиса. Вон она. Дети идут. О! Хвостик, да, белый. Лиса рыжая, а хвостик у нее белый. Нет. Да нет, это у нее такой есть белый хвостик. Да вот закрашивай. А, вот. Вот. Вот нет. Да она сама белая, она рыжая с белым. А. Да. Ты что, лису ни разу не видел, Андрей? Нет. А, ну, увидишь, у тебя еще вон сколько впереди. А. Всех увидишь. И лис, и зайчиков синих. Синий. Синий зайчик. Да. И даже папа не видел синего зайца. Хотя, если поймать зайца, покрасить его в синий, то будет синий заяц. Вот тут закрашиваем. Белый. Да. О. Лиса, зайца ищет, а он спрятался. А это кто будет закрашивать? Я. Так, сейчас нарисовали. А, ну вот тут пропустил чудок. О. Все, чук-чук-чук-чук-чук. Готово. Вот такой вот. Подожди, ты много пропускаешь. Вот, следующий, да? Ого, вот. Ну, давай, давай, вперед. Сейчас будем смотреть, что там. Пока непонятно. Пока непонятно, что там у нас. А. Сова, там лиса, кто там, птичка какая-то, да, сидит? Вот. Угу. Барсук, да? Барсук? Нет. Енот? Да. А это заяц опять синий, да? Я синий. Там грибы кроме его. Мочи, мочи кисть. И дальше закрашиваю. Ага. О, ежик. Он. Где? Да вот, с яблоком. А. Руби. Руби. Все. 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 Сейчас покажем, что у нас тут. Ну, вот так вот тут уже начинает подсыхать. Да. На. Так, давай следующее. Да. Давай, вперед. О, олень. Домики. Да, грибы какие-то с домиками. Груби. Давай, 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 закрашивай. Там кто-то живет. Не, вот. А, там божья коровка, да, сидит? Маленькому. Маленькая божья коровка сидит? Да, домка домики.
Это какая-то там сказка прям, да? Все. Так, давай дальше, да? Да. Ой. Давай поближе к тебе положим. Ой. Да, ничего страшного, водичка высохнет. О, еще олененок, да? Да, мама. Нет, это маленький олененок. Ой, и там избушка на курьих ножках. Сказочная тоже. Мама, нету мамы. Светла он в ступе, бабьи нету. На нем спит. Ну, ворона летит. Yeah. А вон, над олененком. Давай, 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 шустрее, пока не высохло. В воду макай и вперед. Ага, вон воробушек сидит на дереве. Все, да, готово? Да. Все, так, переворачиваем. Давай, смотрим, что тут у нас. Еще лиса? Да. И ежик. И ежик, и лиса. Ой, белка, что ли? И белка, и черепаха. Белка какая-то странная, коричневая. Там дерево яблоня, да? Там мост. Водичку, 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 а то высохнет. Гриб. Стрекозой, что ли? Обычный гриб и мухомор рядом. Яблоки. Вот гриб, видишь? А рядом мухомор растет. Все? Все. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось там. Ну, давай. Так, все, готово. Показываем. Еще раз. О, лиса какая прикольная. Улыбится, что ли? Да. Давай следующий. Тут. Ну да, давай, докрашивай. И следующий давай. Все? Все. Следующий тут, давай. Тут. Там так и будет, Андрей, не сохнуть. Все. Все? Так, давай, следующий где рисунок. Мы? Давай, вперед. Уба! Гриб там? Да. Гугл гриб. Большой гриб? Да. Еще гриб. Да, это домики грибы. Там кто-то живет в них. Да. Маленькие. Маленькие люди? Маленькие не. Человечки? Да. Не, маленькие му. Божьи коровки? Маленькие. Маленькие божьи коровки? Да. Почему? А я думал, там живут маленькие гномики. Гномики? Смурфики. А-а-а. Там смурфики живут в этих домах. Да. Кстати, это последний лист. Тут она закончилась. Все, 6 картин. 6? Все, да. Показываю. Вот такой гриб у нас. Там еще он тыква. Тут все, она кончилась. Да. А теперь посмотрим. Вот уже тут уже почти все высохло. И они почти уже белые стали. Вот ничего не видать. Можно еще подсохнет, и можно заново будет раскрашивать. Тут еще не сохнет. Подсохнет, можно заново будет раскрашивать. Да. Вот такие у нас картинки были. Вот, с лесом. Вот, 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 вот. Да, удивительный лес. Вот такая у нас удивительный лес. Многоразовая водная раскраска с кисточкой. Веселый дизайн. Вот. 6 раскрасок. Из фикс прайса. Вот. Play the game. Андрей, садись. Давай скажем всем пока. Давай, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да. Пока-пока.